Народ, привет! Привет, привет! А мы в Эляне, мы в нашем городе Эляне. Сейчас здесь открылась выставка цветов. Кстати, кто не знает, тот самый знаменитый сад цветов, который в Дубае все посещают, на самом деле был в Эляне, потом его перевезли. Поэтому сейчас открыли здесь маловастенький сад, но мы идем его посмотреть. Кстати, смотрите за нами, какие клумбы цветов. Просто клумбища. Вы же понимаете, что это Эмираты, это пустыня. Да, и много-много флагов. Вот сзади нас оазис находится, видео было, обязательно оставлю в описании. Сейчас одеваем масочки и идем вперед, покажем вас. Эляйн, не Дубай единым. Ну вот, смотрите, неплохо ж сделали, да? Ну молодцы, поставили так, видимо, поливают. Сейчас так уже сумерки, но все равно тепленько, тепленько, вы же понимаете. Пустынька, дорога, оазис, пальмы. Вот в каком замечательном городе мы живем. А вон уже близится сад цветов. Ну, такой. Неплохо, неплохо. В Эляне неплохо. Не знаю, как мы эту пустыньку перейдем сейчас. Мы же так оделись. Самые лучшие кроссовки одели. Не тренировочные. Я случайно наткнулась. Наташа это нашла, да? Случайно. Вот что значит подписанным быть там все подряд. Тут обычно пустырь, да, мы все время из оазиса выходили, переходили через этот пустырь, шли там или покушать, или на такси уже. А тут вот, посмотри, придумали. Ну, наверное, вот, смотри, много кафешек, какая-то сцена. Ну, развлекаться надо людям как-то. Боже, какая красота, мне уже радостно. Лебеди, петуньи, вот, вспомнила, петуньи. Так, петуньи, ладно, что мы рассказываем, я ничего не показываю. Где ж вход? Ну где-то войдем, люди уже ходят. Наверное, вечером тут еще красивее. Посмотри, какая-то подсветка это все. Огоньки сверху. А как нам зайти туда? Вот смотри. Люди как-то зашли. Вперед, нет, вперед. Я думаю, что вперед. Вон, смотри, там же, как знаешь, как он как ворота сделаны. Я думаю, знаешь, вот как в оазис выйти из оазиса, и они вот сделали как вход. А вот оазис, кстати. Смотрите, пустенько, да? Да. Ну сейчас там хорошо, наверное. Сейчас там классно. Ой, смотрите, вот это красота, вот это парк. Ну, сейчас, сейчас. Надеюсь, а вон за людьми пойдем. И видно, слушай, там вот вход. Делали, ну, долговастенько делали, я так думаю. Обращаю внимание здесь на цветы, смотрите. Я обожаю вообще вот эти цветы. Я даже не знаю, как они во многих странах. Я не знаю, как называется, народ, в комментах напишите. Мы снова. Бордовые, оранжевые, белые. Нет, я думаю, у них есть другое название. Ну, а, видишь, вот центральный вход. Ну, по логике, типа, перешел с этого, с оазиса и зашел. Ну, да. Погулял в оазисе хорошо. Вот оазис, мы привет. Оттуда пришли. А там, кстати, дворец шейха Заида. Музей, точнее, да. Ну, по дворец чего? Эляйн Пэлас. Ну, дворец шейха Заида. Мы же там тоже были, помнишь? Еще и Джахили. Кстати, мы когда проходили, мы приехали, мне так захотелось туда, если честно, там посидеть. Но мы ой, уже там красота. Что здесь. Все видео оставлю в описании. Вообще, плейлист Эляйн, посмотрите на город, в котором мы живем. Вот сейчас мы заходим. И смотрите на эту красоту. Ой, смотри, травку сделали. Вообще зеленющая трава. Не, ну это же покрытие искусственное. Но все равно, кстати, как же оно радует. Боже. Вот это да. Бабочка, да? Это с той стороны надо смотреть. А, наверное, смотри, да, это бабочка, наверное. Сейчас дай я покажу эти цвета все. Так, я уже очки хочу снять, но все равно. Ой, ух ты. Красиво. Слушай, с ума сойти. Ну, вы знаете, мы сейчас радуемся, вы такие, наверное, а в Дубае покруче, народ. Мы живем в Эляне, в городе пустыни, на границе с Оманом, поверьте, для нас это вообще, для нас это такое событие. Ну, потом на выходных снова или в Дубае, или куда-то вам видео поснимать, точнее, взять вас с нами на прогулку. Да, бабочка. Класс. Ой, как пойдем? Я уже, у меня аж прямо глаза разбежались. Что-то на арабском написано. Ну пошли, как раз ждала, чтобы прошла семья. А то, знаешь, люди здесь любят остановить видео. Боже, какие красивые. Ух ты. Ну, они прямо в катках посадили, чтобы потом же забрать. Такое впечатление, что мы в Мексике, смотрите. Скажи. Полтора месяца будет длиться. Всего лишь.
Хорошо, что солнца нет, а то я что против солнца снимаю. Вот, по-моему, такие катки есть и в том знаменитом парке Дубайском цветов. Мы там много раз были, но вам мы не показывали. Да, вот. Боже, какой а качели какие сделали. Это, знаешь, типа мостик через это, через речь, ну, через ручью. Красиво как. Боже, как красиво. Хорошо, что людей еще мало. А посмотри, какие парень с девушкой. Так представляешь вечером, сколько здесь? Ага, когда мы в Дубае, мол, идем. Боже, тоже. С... мужчина в кондоре, женщина в абайе. А верблюдик. Да. Ой, смотри, это не забудки, наверное? Или как это называется, цветок? Даже не знаю. О, вот смотрите, классно сделано. Слушай, Ромашка, ты же знаешь арабский или учила? Что нам написано? Что не на английском? Я могу прочесть, да? Перевести нет. Прочесть могу, перевести нет. Что там написано? Ой, смотри, сердечками как сделано. Класс. Видишь? Да. Прям парад цветов посреди Эляйна в пустыне. На границе с Оманом. Это сказка. Какие петуньи здоровы. Народ, пишите, как вам, а? Обалдеть. Прям, смотрите, футболка у меня в цветах, специальное дело. Слушай, я не ожидала. Я думала, сейчас придем, какие-то кафешки понаставляют, какую-то ерунду сделают. Нет. Боже, не знаю, мне так радостно, реально радостно. Да. И действительно, этот Дубайский парк, он был изначально в Эляйне. Но потом перевезли, потому что, конечно, большинство туристов-то в Дубае. Ну, да. Ну и там нормально он зарабатывает, этот парк, так что... Ну, главное, чтобы были деньги на содержание этих чудесных растений. Так, а посмотри, вот это какие цветы. Обалдеть, слушай. Сейчас я снова покажу, и как раз мы идем, солнце вышло. И сейчас будет бить мне в объектив. Смотри, какие цветы. Я даже не знаю, что это. Ну, это какашка, я не знаю. Я так просто народе называю. Ну да, вот это, вот, наверное, цветы. На кашку похоже. А вот эти красивенные. Как... Вот это просто, вот это да. Кораблик. И оазис снова-таки. Ну да, как бы немножко такой вот мини-парк, как в Дубае, да, по образу и подобию. Тоже там и кораблики есть, и вот эти вот Ромашечка, всякие... снимай это. Снимай маску, как пахнет вкусно. Снимай маску и 3000. Да ну... Тут же пока никого нет. Вкусно. Не, народ, я не шучу. В Дубае мы без вопросов маску сдергиваем. Ну, в Эляйне, в Абу-Даби, ну, строго, ну, штраф 3815 долларов. Да, и люди попадали под штраф, поэтому не ладно то, уже. Не хочется, да. Ладно, просто... уже побуду в маске, вам покажу красоту, нас показывать не буду. Я девушка. Ну, девушка немножко похожая. Помните, у меня была история про Махиру? Вот немножко я Махиру вот так себе и представляю. Смотри, у меня опять очки пытаются убежать. Уже второй раз. Ну, не убегают же, ты поймала. Не, не. Так, ну надо еще где-то подойти и показать. О, вот крепость я уже вижу, да? А фонтан там какой, ты не видишь? А, ты не видишь, идем в крепость. Я не вижу, потому что мне в глаза бьет солнце. Ой, красота просто. Сейчас солнце вышло и очень жарко уже. Какие эти лавки из камня сделали, с ума сойти, посмотри. А? Лавки из камня вообще. А ну иди сядь туда. Класс, реально каменные лавки. Не, сейчас знаете, что я делаю? Я лягу на траву, сделаю фотку. Да, а ну, Наташ, держи. Держи вот так вот. Нет, не выключай камеру вот так вот, смотрите. Так фотка будет, классно? Да. Просто здесь хорошо отдохнуть, посидеть. Красивые здесь деревья, растения. А, дети бегают. Сейчас покажу вам, кстати, этот. Я удаляюсь, покажу вам этот замок, который из цветов сделан. А ты представляешь, вечером это все будет светиться? Он где-то до 10 вечера работает. А ну, Наташ, встань в замке. Ну все, классно. Сейчас будем фотографии делать. Помаши.
немножко нафотографировались, идем дальше. И смотрите, какой там фонтанчик есть. Так, странно, да, вот кран завис, а вода льется вниз. Была я в таком музее Рипли в Лос-Анджелесе, называлась Believe or Not, хотите верьте, хотите нет, и там много вот таких было сооружений. О, так там же колба, смотри. Ну да. А я ж не знала. Красота. Так и я не знала. А вон как красиво. Боже, какой класс. Это ж прелесть какая. А это гвоздичка, да? Или нет, вон, смотри, красненькая. Да, и вон, смотри, гвоздичка. Как хорошо, прикольно сделано. Вот такие же сердечки, как в Большом парке. Идем туда, пройдемся. Посмотрим. А вон горка какая, смотри. Где горка? Ой, а за этим, за фонтаном, ты увидела павлина? Павлина. Ну, я плохо вижу, потому что солнце светит. Шикарный. Я надеюсь, что вы видите павлина. Надеюсь, что вы с нами гуляете и вам прикольно. А вот эти какие цветы классные. Посмотри. Посмотрите, как метелочки какие-то. Вот с той стороны надо потом к ним подойти. Боже, какие классные. А тут можно это рассаду купить? Петунии вообще такие здоровые. По городу садят поменьше. Вот эти вот белые с розами вообще красавцы. Но это не забыть, много детей, много гуляет, это радует. Я думаю, что к вечеру еще будет больше. Он открылся. Оступилась, провалилась. Пару дней назад открылся. Ух ты! А вот тут будто как сердечко. Ну дай я понюхаю, пахнет. Ой, пахнет. А, да, пахнет. Открываем, вроде пахнет. Очень пахнет. Чернобрызчик еще. Классно сделали покрытие, очень мягенькое. Колодец прикольно тоже, да? Угу. Сейчас как раз солнышко в объектив, и вон как раз сердечко. А что это они, клубнику или землянику посадили? Посмотри. Не знаю. Ну вот, это очень похоже, еще и цветет. И даже уже что-то завязалось где-то. Это, наверное, клубника. А вон, нет? Нету? Нету, нет, еще нету. Похоже, по крайней мере. Я, конечно, такой садовод. Вот и парк цветов. Это тоже должен ну, быть, типа это, тайское, вьетнамское, что-то балийское, да? Но очень плохо видно, потому что... Ну, это, может, нам плохо видно, но на камеру оно и неплохо будет видно. Давай сейчас Ой, так заверну. Под сердечко. Ты не заметила? О, да, точно, ну, сердечко. Не, я не заметила. О, а тут смотри, шейхи. Шейх Заид. О, точно, да. Шейх Заид, шейх Халифа, шейх Мохаммед. И вот четвертого молодого человека, я, кстати, не знаю, но на многих портретах. То есть, значит, шейх Заид, который поделился, много видео про него есть. Шейх Халифа, президент, шейх Мохаммед, вооруженные силы и кронпринц. Этого молодого человека я не знаю, уже говорила. Надо знать. Тут рыбки, карпы, наверное. Что есть? Не знаю. О! Опа, вот и рыбка. Ой, тут много. Ой, они при этом кушать. Посмотри, класс. Туда помнишь, во Вьетнаме мы кормили рыбок? Да, помню. Сосочки, помню. Они так заглатывали, так. Ого, они так это. Помню, да, помню. Не здорово, там чуть нас не проглотили. И вот такая красота. А вот и вход. Думаешь, уж бесплатный, правильно, никого нет. И мы прошли бесплатно. Ну, что, он платный? Да не, шучу, говорю. А, вот это меня как-то это смутило прям. Не, думаю, что бесплатно. А вон хочу еще музыкантов показать. Пройдем через... А то не музыканты, а мне кажется, они стоят, играют, да, играют в музыку. О, красота, ой, смотрите. Сердечки, конечно, а здесь температуру измеряют, да? Вот мужчина стоит, что-то он там показывал. Не, я просто говорю, что... Ну, у нас, слава богу, не измерили. А вон какие цветы здесь, это, наверное, видишь? Прямо там на стенде какие здесь цветы. А, да, а идем покажем. Такое? Вон, смотри. Вот цветы еще. Это как пианино, рояль такой. Ух ты! Но это не из цветов, это из, и как будто ну, да, из покрытия из... травы.
сюда. Верблюдики. Что? Шикарно. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. А зачем ты? Зачем ты это делаешь? А вдруг YouTube узнает музыку и заблокирует? Поэтому я всегда говорю тан-дан-дан-дан. Это мексиканские, да, с верблюдами. Мексиканские мотивы с верблюдами. Ну вот, какие здесь цветы представлены. Ой, ну тут начинается. О, петунья так и будет, петунья, да? Я думала, это такое простонародное название. Диансус. Это гвоздика? Диансус. Не знаю. А вот эти, которые незабудки, виола. Правильно, виола? Вот, смотри, это ж не виола. Ой, виола у меня ассоциируется в детстве с сырком виола. Кто пробовал, пишите. О, как оно называется? Бугенвилия, вот эти цветы. Бугенвилия? Не знаю. А вот эти, как метелочки, я сказала, селоси. Вот, народ, такая красота у нас сегодня в городе Илянь. Все прошли. Мы еще не все прошли, конечно. Нет, там еще что-то там было. Прикольно. Слушай, ну классно сделали. Ну я просто нравится. Очень довольна. Мы безумно только довольны. Жарко. Дышать невозможно. Да. Я сниму, я не могу сейчас. 5 секунд? 5 секунд может стоить 3000 дирхам, 815 долларов. Ну пока вокруг нас никого нет. Наташа увидела красивую петунью. Сейчас будем вам рассказывать, Наташа, что... Я просто обалдела. Посмотрите на этот цвет. Он такой бордово-черный, а листья бутылочного цвета, насыщенного. Ну просто какой-то роскошный бархат. Обалденно. Так, ну идем дальше. Ты там все-таки клубнику увидела, да? Да, мне кажется, эту клубничку я увидела. Ты сказала, что ты увидела клубнику? Мне так показалось в зале. Вот, смотри. Вот. Вот уже клубничка. Вон. Да. Повыше, повыше, и вон еще клубничка. Ну вот, узрели все. Клубнику, так и посадили. То есть вот еще клубничка. Вечером можно подойти, вон. Урожай снять. Вон, смотри, какая здоровая. Ну, нашли как вам? Клубнику в Эмиратах. Петунья с клубникой. Смотри, увековечили работника, человека тяжелого физического труда. Прикольно. А боты какие, посмотри. Обалдеть, ага. Они так краской как-то его, ой, красиво сделали. Кислотненько для молодежи. И часы сзади прикольные, из шин, да, в шинах цветы. А там уже, где мечеть, центр города, мы там гуляли, пили чай карак, показывали вам, сколько стоит лепешка, карак. Может, сейчас потом и прогуляемся, кстати. А, кстати, тут тоже есть кафешки, но я думаю, тут, конечно, чаек карак, вот, карака бы я попила с удовольствием. Да. Кстати, напомню еще про эту выставку. Эта выставка открылась буквально недавно, 14 февраля, и она продлится до конца марта, до 30 марта, по-моему. Ну, как экспо, да? Да, да, в общем, да. Народ, будет возможность... Заезжайте. Подъедьте, посмотрите, все-таки это Илянь. Это сколько лет? Это первый раз такое, да? Тут много еще посмотреть. Самый древний город, в принципе, все древности здесь. Плейлист Илянь самый вам в помощь. Самый древний, самый-самый. Самый возле Омана. Самый возле Омана. Да, такой оазис. Еще один. Напротив оазиса еще один оазис сделали. Да. Классно. Оазис. И напротив сделали такую выставку. Наташа прочла в Инстаграме случайно. Да, случайно. Я, знаешь, мы взяли и поехали. Да, подписано на какой-то или муниципальный, или что-то. И там было в истории. Знаешь, что-то промелькнуло. Я такая, не поняла, стоп. В Иляне, странно, ну ладно. Почему бы? Я не верила, конечно, в это, но надо верить. Да, надо верить. Надо верить в чудеса. Чем вы будете подчивать меня? Чай карак, 3 дирхама, меньше доллара. 3 дирхама, вот это горячий, цены, да? Ой, ой, тебе дали еще подставочку? Просто сладости, вкусности, но там очень много местных тусует, лучше не снимать. Они открывают, показывают, но... А цены ты не поняла, да? Цены, ну, 10-20 дирхам нормально, как и в Global Village. Ух ты, прикольно. Ну, классно, сейчас пойдем, присядем. Попробуем. Давай, можно я так хочу... Можно масочку взять, потому что мы пьем чаек. Такую подставочку прям дали. Ну, супер, что, идем. Круто-круто. Идем, ты вон наш рюкзачок. А людей все прибывает. Ой, людей вообще сейчас много. Мы хорошо, что мы пришли где-то в 4, да? Сейчас да, где-то в 4. И вообще, как бы, ну, людей много-много-много. Ой, как я хочу чаек. Чай карак, это просто прелесть. Опа. Yes, донесла. Только не садись, потому что она двигается.
И она может перебросить, перекинуться. Либо это я возьму, подержу, а ты сядешь, и тогда уже вместе. Да? Что двигает? А эта сидушка, она как-то так есть? Да. А ну давай, дегустируй. Рассказывайте, какие нотки в чайке караки? Пахнет с такими странами, как Индия, Шри-Ланка. Просто запах такой вот. Классный. Уверена, сладкий, нормальный, классный. Классный? Ну, 3 дирхама. Обычно сколько? Дирхамчик, да? Не, ну дирхамчик это где мы берем, а для туристов, ну, 6-10 может даже. Конечно. Что, серьезно? Конечно. Ну, это слишком. 15 кафешек. А, ну, в принципе, может быть, может быть. Давай это, что тут детки? Детки с ума сходят. Присоединяйся. Давай, я тоже хочу чаёчек. Прямо вот, знаешь, ничего не захотелось, ни кофе, ни... Вот видишь, я тебе говорила, двигается. Нет, ничего не захотелось, захотелось карака. Уже буду. Это мой? Ой, это я. Давай, тебя лучше. А я снимаю себя. А я закрыла тебя. Ну как? Ням-ням. Скажи просто вообще сказку. А как наливали? Из, не из пакетиков? Из термоса, не из термоса, он, сделали, он заварен. Да? Там, где я увидела, я и поняла, что там карак. Нет, это не из пакетиков, точно не из пакетиков. Такой чудесный парк и такой чудесный чай карак. Народ уже подошел, да, уже много людей. Вот буквально полчаса назад никого не было. И, кстати, туристов нет. Кораблик с гербом, прям Наташа вот заметила. Ага, и там еще корабль красиво. Какой-то, да, вверху нарисован. Вот такое вот маленькое по образу и подобию, повторюсь, дубайского парка. Там просто много, да, большие верблюды, ну, большие, ну, сердца, сравнить, большие там, да, гирлянды, большие корабли, да. Ну и вход-то платный. А сколько вход туда? О, там где-то 30 дирхам, 8-10 да? долларов где-то стоил. Я не помню. Помню еще, что нельзя было платить карточкой, только наличкой можно было. Ой, смотри, а это как яйцо типа разбито из яйца, да, я так понимаю? Смотри, вот видишь, вон раз, два, три яйца, там четыре тоже это, и как цветы. Да, красиво. Так народ подтягивается, к вечеру будет. Ну да, к вечеру будет много людей, потому что жарко, никто не хочет выходить гулять. Ну да, сейчас это. Что такое? Где-то дети плачут. Уже такие нездоровые, да, там вообще? Просто хочется разбежаться и прыгнуть туда. Сердечко, лебеди. Представляете, события для города Илянь. Ну вот эти петуньи вообще, да? Такой сиреневый вместе с фиолетовым. Красивый цветок, вообще, да? Обалденный. Петунья, да. Очень красивый. А вон что за цветок, слушай, такой неприглядный был. Смотри, какие-то такие бубочки, даже не знаю, что это. На клевер похоже, но это не клевер. На клевер похоже, да. Он бывает такой красивый, разноцветный? Бывает. Такой яркий. Ну, мы видели только у себя в стране такой белый, да? Белый, переходящий в голубоватый. Интересно, это просто или это что-то символизирует? Интересно. Ну, не знаю, не вижу, может, еще не, не выцвело, что символизирует. Не-не-не, ну сверху если посмотрю. Это, наверное, не так просто. Высыпали в каком-то узоре. А, чернобрывцы! Как. Красота какая! А вот стоит этот утенок Дональд, да? А утенок это Дональд? Дональд. Я не знаю даже, кто это. Дональд. Тоже там мишка. Какая-то мышка. Это мышка? Опять мышка. Мышка, чимишка. А идем туда в середину зайдем, разберемся, кто есть кто. Не-не, не туда, нам направо. А вон тоже петуньи эти, как клоуны, я даже не знаю, как назвать. Разноцветные. Ты имеешь в виду рыбка-клоун, да? Прикольно, ну, разноцветные. Видишь, как звезда, белая звезда, да, в середине. Это. Боже, какие красивые. Ой, класс. Ну, идем, обойдем сейчас. Ты знаешь, как-то так проваливается. Да? Ну,
есть места, которые это же делали. То есть, как я развалилась, еще немножко попрыгаем и провалится, да? Нет, чего? Да, представляете, это все будет светиться вечером. Они сделали, это пустырь, они насыпали здесь земли, песка, утрамбовали, как могли, да, и вот, 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 любуйтесь, наслаждайтесь. Да, это Дональд, только он не из цветов, да, получается? Нет, он из этого, из жгутка и покрашенный, такой из веревки, по-моему, сделан. Да, и система полива, прям как у Сунила на ферме. Подведена каждому цветочку, каждому, народ, каждому цветочку. Никто не останется ни забытый, ни политый. Молодцы, в принципе. В этом они молодцы. Интересно, что это такое, что оно, наверное, расцветет что-то, смотри. Непонятно, да? Ну, как перчик. Ну, это реально сейчас вот ферма усунила перчик. Ну, это не перец. Конечно, это не перец. Это какой-то цветок. Не знаю, может кто-то знает. Может, это не выросло просто еще. Да нет, ну. А, вон они распускаются. Белые и красные. А вот этот замок видно, подождите, сейчас покажу. Возле которого мы фотографировались. Форт это форт, да? Форт. Форт. Где? Что ты говоришь, цветок где? А вон они дальше, там белые, это и красные. Так вот он, смотри, красный цветок. Да, 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 да. Ну это как георгинка или что это? Не знаю. Осенний даже. Осенний цветок такой. Боже, ну, до осени далековато они еще. Они распустятся, слушай, это такая красота будет. Так, надо сюда еще, если будет время прийти, пока не закрывается. Да. Постараемся. Сейчас школа начнется, родительские собрания, короче. Подожди, а клубника пойдет? Надо же на дегустацию. Клубника пойдет. Придем на клубнику, на дегустацию. По-моему, это сумасшедшая белка, нет? Не знаю. Ну, прикольно. Ой, а там такой лаунж прямо сделано, да. Хорошо. И кафешечка сзади за мишкой. Коктейли пряные. Бабочка. Всякие кружочки интересные. Это бабочка. А ну, Наташ, постой рядом с бабочкой и с белочкой. О, понятно, бабочка вот бабочкой. Прекрасно. Понятно, на фоне меня стало понятно, кто это или да. Ты такая, о, понятно, говорит. Ну что, как вам видео сегодня, народ? Как вам развлечения в Ильяне? Да, обязательно как-нибудь сделаем, как мы выходной проводим. Класс. Про шопинг и аромат у вас уже много видео из Ильяна. Так что, в принципе, надеюсь, вы знаете наш город. Ну, вот такое видео сегодня. Замечательное. Пока!